Всем привет, мои хорошие, с вами Эки Эмили, и сегодня я снимаю опять для вас очередной новый влог. Я сейчас собираюсь к Фате, уже поздно, время 7, и вроде как дождик собирается, кажется, дождик собирается, поэтому я со скоростью света собираю все свои манатки, направляюсь к Фате, потому что она уже заждалась меня. Останусь там с ночевкой, посмотрим какой-то фильм, может быть, что-то поснимаем для вас. Вообще, изначально, сегодня вечером я должна была встретиться с Айсель, но так получилось, что сегодня утром она мне написала, что она не сможет, у нее там какие-то занятия дополнительные. Я сказала, успокойся, все окей, все нормуль, занимайся, самое главное, учеба, ребенок должен учиться. Поэтому я направляюсь к Фате, и сейчас покажу вам, что же я беру с собой. Жду, пока влог загрузится, тем временем подготовила все, что я беру с собой. Возьму два топика, возможно, будем снимать тиктоки, чтобы у меня были разные наряды. Взяла вот это платье, буду в нем спать и просто ходить по квартире. Косметичка. Тональный, карандаш, короче, все, что связано с макияжем, средства для снятия макияжа, а так все остальное у Фати есть, мицеллярка, и все это таскать нету смысла. Электрическая моя щетка, мне она не очень нравится, потому что здесь ворс очень жесткий, мне ее присылали на обзор, это бренд Хапика. В общем, она сюда не помещается, но не суть. Беру, значит, зарядку от своей камеры, кошелек, ключи, наушники. Вроде бы все, если я ничего не забыла. И, конечно же, все это помещу в этот рюкзак. Гляньте, просто какие тучи. Не кажется, дождик собирается? А дождик точно собирается. Я уже собиралась выходить, и тут я вижу виноград. Ну как можно не поесть и уйти? Еще тем более здесь мытый. Сметаем, ребята. Сметаем, пока никто не видит. Ну все, я уже в лифте. Вот такая вот у меня прическа. Я решила ее не разбирать. Купила спазмолгон, который попросила Фатя. Какие-то странные звуки. Я что, застряла в лифте? У меня, кстати, никогда такой не было, что я в лифте застряла. А, нет. Открывается. Уже я у моей красотки Фати. Первое, что я должна сказать тебе, как тебе мой браслет? Я уже всех задрала с этим браслетом. Очень нежно смотрится, мне нравится. Мне тоже. Сердечки, поздравляю. Спасибо. Дороговато, ты думаешь, я его взяла? 700? Ну, почти 700 получается. Ну, чуть-чуть, да, честно говоря. Я думала, но здесь грамм много, здесь почти 8 грамм. Я как раз-таки люблю вот золото, которое не прям большое, да, дутое такое золото, а именно маленькое изделие, тяжелое. Но оно тяжелое. Так часто бывает в бриллиантах. Я смотрела бриллиантовые сережки, и там, например, малюсенькие сережки, они весят 5-6 грамм. Я люблю вот когда изделие... Вот ты сережку потеряла, знаешь почему? Потому что две сережки вместе делали грамм. У нее застежка нехорошая. Вот, была, да, у тех, проба у... низкая была. Не дело не в пробе. Когда это дутое золото, оно быстро ломается. Я уже который раз сталкиваюсь. В общем, сегодня у нас вечеринка с Фати. Шоколадки. Да, да. А, шоколадки. Да. Гляньте, что я нашла. Крутые тапки. Не знаю, чьи они, но... Фати, здесь массажер внутри тапок. О, какой кайф в них ходить! Я как это с горы спустилась. Сразу мне налили чашечку воды, йогурт предложили. Какая щедрая подруга! Вода не просто. Это эксклюзивный напиток, который можно найти только у нас дома. Больше где вода из холодильника. Посмотрите, какие тени у Фати. Какая она стильная осталась с этой челкой. Ну, в общем, сейчас не о Фате. Здесь такие вот мармеладус. Дальше здесь такие вкусняшки. Ой, да, ой, нажремся мы. Это Мурат привез, да? О, да, это шоколадка, она лопается во рту. Не знаю, что ты же готов. Вот это... Я это, всегда готова. Это, о, что интересно, интересно. Это самое вкусное. Как это мило. Ой, какой он у тебя внимательный. Мне, знаешь, брат, что привозит? Вот. Вот с этим. Когда я говорю, что ты мне привез, брательник. Он еще привез магнитики. Магнитики еще? Ты что, меня добить хочешь? Я не понимаю. Зачем ты сыпешь соль на рану? Он копил их, я так поняла. Киев, Литва. Покажи. Какие магнитики? Вот. Ой, какая красота!
Я просто человек, которому никогда не дарили ничего. Шучу, дарили. Просто смотрите на эту шоколадку. Это не белый, не черный. Это очень странно. Это видишь, с лавандой причем. О-о-о. Ты видео снимала? Какая у тебя тарелка? С муравьями. О, они пошли. Посмотри. Шоколадка. Не знаю, ты за Гринпис все такое. Не убивай их, они тоже хотят есть. Я здесь все протерла средством, но откуда они берутся, я не могу понять. Давай. А Фатя, а твое предложение насчет луковых колец, которые ты хотела дать мне поесть, еще в силе? Нет, я уже передумала. Пожалуйста. Блин, не трожь мой холодильник. Мой холодильник. Твой холодильник мой. Ребята, здесь столько всего интересного. Это как в том фильме. Сегодня, то есть этот. В прошлый раз платили пополам, в этот раз... А, нет, короче, это не так было. Ну, в общем, это не Макдональдс, да? Посмотрите. Это Бургер Кинг. Они немножко другие, не знаю, тебе понравится. Я оставила, чтобы ты попробовала. Вообще другие. Да, Макдональдс вкуснее? Да. Но я все-таки фанатка Макдональдса. Да. Попили чаечек мы с Фатей. Вот так вот я выгляжу. Сейчас будем снимать видосы. Я настолько радостная, что все подписываются на ТикТок. Как же круто! Фатя, у тебя новые помады от Huda Beauty. Причем 4 штуки. И они, по-моему, одинаковые. Нет. Вау. Ты не смотрела мой влог? Я там показывала. Я смотрю все твои влоги, но я такого не видела там. Вау. Это миниатюрки? Да. А сколько стоит такой набор? $20, это отлично. Не мешай. Не мешай. Не мешай. Как круто он тебя выпрямляет. Я думала, что у меня хорошо выпрямляет. Оказывается. У тебя этот не. У тебя же, который кудри делает хорошо. Да, и, ну выпрямитель я тоже думала, что он хорошо выпрямляет. Мне только к нему прилипают волосы. Да. Я просто хорошая, наверное, не видела. У меня просто волосы сами по себе очень хорошие, то есть их легко выпрямлять и легко кудрявить. Да, тонкие, да? Да, они очень послушные, мне это очень нравится. Проблем не знаю с этими волосами. Да, ушел. Я просто в восторге от Фатиной кольцевого света, от Фатиной кольцевого света. Мы тут снимали видео, не подумайте ничего лишнего. Просто это... для видео. Да, это просто для видео. Мы притворялись, что прям. А сейчас для Фати снимаем шоколадками. Очень интересная идея у нее. Я уверена, что вы зацените. Ваше здоровье, ребята. Это водка, да? Да, Кара, тут, это тутовка, это вообще да, очень... Это. Я просто глотнула и все улетело. Как же хорошо у подруги, просто у меня лоб немножко вспотел. Мы дальше продолжаем снимать. Можешь попробовать шоколадку из Латвии, возьмем. Да, прикольно. А шипучкой, только ты там экзотику немножко хочешь, другую дам. В смысле, с экзотикой? Ну, с шипучкой. Как с детства конфеты с шипучкой были. Я всеядная. Даже если там будет муравей, мясо, да? Что такое? Шипучка. На стекло внутри? Нет, это шипучка. А. А ну ладно. Все, моректера. Это небезопасно такое есть, мне кажется. Ты чокнутая? Ты шипучку не ела в детстве? Очень странное ощущение. Ты здесь шипучку ела или нет? Я в детстве ела, вы слышите это? Или я только одна слышу? Я у тебя вот поняла. Это еще долго так будет продолжаться. Вот. Я тебе для... Это другой реквизит дам для видео. Это не надо, дурацкую. Ну такой ощущение. Вы слышите эти звуки? Вы слышите это? Я просто слышу, мне очень неприятно. Это
очень неприятно. Скажу, что больше не покупал такие вещи. Мне нравится. Да. Да. Ей все нравится. Все, что угодно. Это пузырьки. Мы нашли нормальную шоколадку для съемок. Уже 10-й дубль, шоколадки почти нету. Фатя говорит, не увлекайся. Ну как можно не увлекаться? Вот такой вот шоколадкой. Посмотрите, что внутри. Да. Есть какой-то стакан. Да, я из нее чистый давай. Может сюда? Он не уронил, а ты что, нет, туда не стоит? Не, нормально, стоит он. Если что, не жалко эту камеру, потому что она недорогая. Если бы был бы Марк, господи, как я вам? Моя прическа. Фатя, я знаю, что не понимаю, почему у меня корни такие светлые? Просто стакан дать тебе. Смотри, у меня корни такие светлые. А почему ты красишь свой цвет темнее, если у тебя такой хороший цвет? Я хотела убрать рыжину, но я не понимаю, почему такие светлые корни. У тебя ты темнее красишь, чтобы убрать рыжину. А что плохого в рыжине? Красивый же? Мне не нравятся рыжие волосы. А мне нравятся. А мне нет. Тебе подходит. У тебя раньше одно время ты покрасила вот свой цвет такой светлый, но чуть рыжий, клёво же было. Помнишь, до нашего? Здесь волосы прямые, а здесь кудри. Где-то 2 года назад, кажется. Давай в кадр. Мы такие тиктоки. Такие красивые, прям ламурные, прям для ютуба. На обложку надо. Все лицо раскрасило. Хохолочье. Я встала раньше, Фати, она еще спит. Она тоже встала. Слава богу. Наконец-то меня кто-то накормит. Я так понимаю, Фати еще долго будет, поэтому приготовим мы себе чаечек самостоятельно. Так, ребяточки, я уже дома, и я очень-очень счастлива. Я, наверное, всех уже достала, но за сегодняшний день на мой ТикТок подписались уже 2200 человек с утра. С утра, то есть, было 40 тысяч, точнее, вчера ночью было 39,4, утром я проснулась 40 тысяч, а сейчас уже 42 тысячи с копейками. Я безумно рада, я реально в шоке от того, что настолько много подписываются, я уже всех достала. Я постоянно об этом говорю своему парню, маме, всем. Мама на меня подписывается, каждую секунду подписывается. Вот. Я стараюсь, снимаю для вас дальше. А сейчас я дома, я сейчас буду разбирать свою сумку, класть все вещи по местам. Да, такая вот я девочка.